Королева! Дама, которой позволено все и даже больше. На вопрос «А вам корона не жмет?» даже не считает нужным отвечать. Считает, что монархия – это прежде всего красота. Поэтому следит за собой, а не за подданными. Ей не нужно спрашивать у зеркальца, кто на свете всех милей. Она чувствует себя королевой в любой ситуации. На прошлой неделе было реально жарко. Все вокруг буквально полыхало ярким пламенем. И даже огонь в глазах жюри был виден. Когда доверчивую женщину обижают, вот тогда такая прическа. Сразу четко ощущала в хорошем смысле этого слова классную злую энергию. У меня еще очень много идей, которые я мечтаю и могу реализовать именно здесь. По размаху, по роскоши, по всему. А какой опять костюм? Боже мой, давайте рассмотрим. Жалко, я сегодня не попала в ваше украшение. У вас сегодня красота. Куда ни глянь, везде красота королевская. Ты попала сегодня. Ты попала, но да. Истинная кровавая Мэри. Как интересно. Да. Это мы лакомство.
вас и бархат. И макияж какой оригинальный. Да, и розы в голове с шипами. Ну, в общем, мы в восхищении, вы, надеюсь, тоже. Это видно, это видно. Я благодарю вас, я благодарю вас. Слов нет, слов нет. И классно, знаете, что классно? Что вы с каждым вашим номером удивляете нас все больше и больше. И сверкаете новыми гранями. И не боится королева появляться в таких противоречивых образах. Да, посмотрите, вот этот вот сегодня улыбка мне Челси. Удивительно все, что вы говорите, потому что сегодня я королева коктейлей. Все нормально. Лади Мэри, да! Коктейли, потому что я люблю смешивать музыку, стили, костюмы, макияж, членов жюри между собой смешивать. Вот смешивать. Это да! А как бы вы назвали коктейли, Ваше Величество, допустим, если вот, вот этот кусочек лайма в виде нашей Даши забросить вот в этот вот... Ну, давай, скажи. Ну, скажу. Что, бессмертный, что вот ли? Вот в этот... Кусок графита. Казнить! Нельзя помиловать. Красиво, благодарю молодец. Вас, Ваше Величество. Ну, как бы назвали? Вот давайте придумаем. Она уже сказала, казнить нельзя помиловать. Я бы сделал такой морозный караул. Какая свежая шуточка, да? А нашу сторону прямо вот здесь свежестью повеяло. А здесь... Красивый ребенок. Пухляшный ребенок. А можно попросить, допустим, королева сейчас чуток для нас, для всех споет, а мы еще раз встанем и все вместе потанцуем. Дам-дам-дали-дам, 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 дали-дали-дам, дам-дам-дали-дам. Дам-дам-дари-дам, дам-дам-дари-дам, дари-дари-дам. Да, вы получите текст в этой песне, как ее легко подпевать. Так, друзья мои, давайте версии, пожалуйста. Кто же может быть таким разносторонним, таким взбалмошным человеком? В большей степени, конечно, мне кажется, что это может быть все-таки Ирина Дубцова. Но я вот не знаю, поет ли Ирина Дубцова таким оперным невероятным, вокалом. Да, академическим голосом. А из академических исполнительниц? Анна Нетребко, ну вот версия. Хибла Герзмава тоже ведь все-таки Хибла классические. Извините, у нас конечно. Пример, например, вокала. Да, а вот какие наши оперные вот еще такие? Анна Нетребко, Хибла Герзмава, мировые имена, между мировые, прочим. Мировые, да. И не может тут находиться? Может, так мы же говорим, что может. Но так вы в чем-то можете в большей степени? Нет. То есть... В следующий раз. Я к чему веду, что все равно мы не можем. Королева всех запутала. Всех закружила вот так вот, и вчера Дубцова, и с каждым сегодня... выступлением она все больше и больше крутит просто вот эту шарманку, и просто в версии вообще шарманку. На данный момент нету. Посмотри, как ей нравится то, что она с вами делает. Она прямо такая... Это моя королева. Я хотел бы пожелать, вернее так, посоветовать нашей королеве и дальше продолжать в том же духе. Пока наше жюри ничего не соображает, моя дорогая, просто пользуйтесь моментом, и все будет у вас, как говорится, в ваших королевских руках. Да. Наша несравненная, неподражаемая королева, мальчики и девочки. Удивляйте нас дальше, любимая наша королева.